Привет! Это Реборн! У Найса вышел новый ролик, называется «Мой сумасшедший друг Педро». И почему-то мне так кажется, то что в названии этого ролика есть отсылка на название игры «My Friend Pedro». Ну типа «Мой друг Педро», «Мой сумасшедший друг Педро». Неужели мне одному так кажется? Если вам тоже, напишите об этом в комментариях, а то что-то я немножечко себя сумасшедшим начинаю считать. Короче, интересно, есть там отсылка в этом ролике на эту игру или нет. Я очень уже соскучился по Найсу, давно у него роликов не было. Вон даже какой-то неизвестный Найсик пишет, типа, где так роликов, где, почему роликов много не было. Вот, я поддерживаю этого человечка. Естественно, я понимаю, что это его второй канал, не надо мне писать, что я дурак и так далее. Короче, давайте смотреть. Думаю, будет офигенно, как и обычно. Погнали. О, прикольно, он такой контент пьет в пледике, ой, смотрит в пледике и с чайком. Хорошо. Я не заметил это лицо еще раз. Я прям хорошо стоп-кадр сделал, потому что это лицо было на миллисекунду. Привет, вы же здорово. Помните? Конечно, помните. Одни из самых так. Странных историй по типу видоса про рыбу-монстра, в которой я верил, блин, всей душой. Что-то я не помню, блин, рыбу-монстра, хотя я пересмотрел все ролики Найса на стримах. Приходите ко мне на стримы. Да и вот кое-что пожестче. Педро, Педро, дорогой мой поехавший друг, сколько же мы с ним пережили? Так, Педро. Морти, Морти! Артём! Пофиг! Погнали! Приключения на 20 минут! Яри-яри-дас! Вы только посмотрите, кто у нас тут! А ты, я смотрю, достаточно смело и глуп, чтоб незваный явиться сюда и предложить мне подобное! Ты кусок дерьма! Погнали! Я так и думал, но это было очевидно! Если бы они никуда не погнали, не было бы никакого ролика. Еп! Там еще мистер Фриман, что ли, или как там его зовут? Из Half-Life. Музыка прикольная. А что за песня? Ну-ка, напишите в комментариях. Так. Педро — это тот самый друг, который должен быть в каждой компании. И, скорее всего, у вас есть мертвый свой бассейн. Педро. Человек-движ, человек-идея, человек... Deep Dark Fantasy. Приключения, человек-баран. Не, я искренне рад, что он мой друг, даже если не брать в расчет, что... Баран! Увеличивается вода. Так, немножечко надо погромче, мне кажется, сделать. Прям чуть-чуть, вот так. Знаешь, если заморозить воду в бутылке, а потом разморозить, ее станет больше. У меня так однажды зимой в машине бутылка вздулась. Была полная, хотя до этого там было отпито. А, ну так это, теперь в Африке не будет дефицита воды. Эта формула говорит о том, что это может быть сарказм. Не слушай ее, послушай меня. Вот настоящая формула. И она говорит о том, что это может быть сарказм. Или нет? Прости, я всего лишь картинка из интернета. На первый раз прощаю. Ну да. И мы станем дизайнерами, продав эту идею замечательную. Я уверен на 1000%, что это может быть сарказм. Но я не уверен. Я все еще картинка из интернета. Фу, ну типа. Серьезно? Что? Как говорить без сарказма? С такой тупостью, мне кажется, никак. Я уже сразу хочу лайк поставить. Это восхитительно. Ой, я посмотрел только 2 минуты ролика. И мне уже хорошо. Я знаю, что нужно сделать. Просто скажи ему прямо и без сарказма. Ты тупица! Не слушай этого дебила. Вот. Вот ответы на все вопросы. Говорит прям... А, подожди, это Мирби, что ли? Просто скажи прямо и без сарказма. Это верняк, что пуду. Да, по-моему, это Мирби. Я так хотел сказать. Что-то на сундука похоже. Потом... А, это же Мирби. О, я же не тупая картинка из интернета. Я тоже, бро, я тоже. Воды станет больше, если ее размазать. Блин, не получилось! Сарказм, сарказм. Сука. Опасай. Да ты хоть
граница несерьезного разговора. Но суть даже не в том, о чем спор, а в так. том, что если начать отрицать слова Педро, то он сразу... А, это тоже был Педро, просто они по-другому были нарисованы, оба разных. Я думал, это уже другой чувак. Ладно. Уже ломает границу несерьезного разговора, переводя его в статус словесного побоища. С проверками и давай поспорим на косарь. Он долбит меня, симпай! Тише, тише. Все скоро кончится, и я нападу на него. Хотя я могу пойти на опережение и начать бодаться. Сейчас. Бедная дверь. Да, но это весело. И, кстати, объем воды увеличивается при замерзании, потому что плотность уменьшается. Но при разморозке воды становится столько же. Плотность уменьшается? А, да? Ой, я тупой тоже, оказывается. Я почему-то думал, плотность увеличивается, ладно. Сколько и было. Ладно, вы же не учиться приходите сюда, поэтому вот вам мое лицо, когда мать будила меня в детский сад. О, господи! Какая жуткая... Что это? Блин, фу! Но такое и было, только еще больше соплей и слез. У меня такое же лицо только что было. Сука, красавчик, я бы еще один лайк поставил. Сейчас, блин, я не могу. Коммент за место второго лайка. Я не могу, это шикарно. Нет, маму, я не хочу в садик идти, типа, ну ты можешь, жизнь за жизнь. Никогда. Никогда не вздувайся. А не вздувайся. Эх, хороший фильм. Знаете, думая, насколько далеко любой спор с Педро может зайти, всегда вспоминаю, на что способен так. человек, чтобы доказать, что мясо готово. И я ему такое говорю, ссылка на мой инстаграм. И это опять Педро? Почему-то Педро выглядит всегда по-разному, ладно? В описании, а он... Повезло. Ну да. Эй, Педро, что там? А, вот Педро. Вот сейчас Педро выглядит так же, так. Мясо. 5 минут, турецкий. Отлично. Кто? Погоди, ты сказал час назад, что осталось 5 минут. Ну, так я и говорю, 5 минут осталось. Не наврал же, ну ее. О мой бог. Она аж сырая. Как так-то? Час готовилась и 2 часа даже готовилась и до сих пор сырая совсем. Ну что это? Что-то серьезно, по-моему, нет? Это божественно. Такое ощущение, как будто она вот-вот тут прям недавно бегала по полю, вся такая чик-чирик-чик-чирик, или как они там говорят. Если к чему я веду, то оно не готово. Эти выражения, блин. Это озвучка божественная. Я не могу. Оно не готово, Педро. Что? Да все на готово, блин. Ну, ё-мо, да готово оно. Это все из-за вас, уроды, блин. Я же сказал, еще 5 минуточек, а вы нет. Все-таки оно не готово? Да нет же, готово оно, блин, готово оно. Просто я сам есть не хочу. Козлы, вы неблагодарны. Я вижу свет, бабуля, я иду к тебе. Но все эти моменты перекрывает одно. То, что он всегда может обеспечить приключениями, используя фразу «Я знаю короткий путь». О! Я сожру твою душу. О, я знаю короткий путь. Это что, маршмеллоу, что ли? О, нам до дома ехать 10, блин, минут. Какой короткий путь? Хватит говорить про блинчики. Я прошу тебя, не доводи до греха. Что? Погнали, говорю. Нет, я не поеду туда. Это не логично. Да хорош тебе, погнали. Так будет лучше для всех. Это будет реально круто. Ты же не лох, скажи «да». Ты же не хочешь, чтобы показывали пальцем и говорили, что ты не поехал по короткому пути, как лох. Лох. А, не хочешь. Я знал, что ты согласишься. Ты же любитель приключений. Да, Да все бы, в принципе, ничего, если так. только дорога не была похожа на дорогу из мобильной игры, где надо не перевернуться. Так еще. Понимаю, да. Таких коротких путей я пытаюсь не находить. И град размером с яйцо, причем территория... Ну, град-то уж ладно, типа, град-то, наверное, по всей территории города почти начинает. Ну не только же на этой дороге. Потому что по той дороге, которой мы должны были ехать, града нет. Как так-то? Как это? Везение Найса. Найс! Алло, куда он поехал? Я... Да, понял. Ну ладно, я тут полежу, а он пусть едет. Передайте моей жене и сыну... Абаба.
Я предвещаю то, что сейчас в комментариях будет этой обобы прям до жопы. Найс. Зачем ты это сделал? Ты открыл дорогу в ад. Удачи, Найса, активность Найса. Офигеть, это что, конец дороги? Или, как говорят французы, ля обрыв. Все, я молчу. А точнее, пойду-ка я спрошу у рыбаков, где дорога в город. И давайте его там оставите и поедете сами домой. Я... Ну, есть хорошая и плохая новость. Хорошая — это то, что мы будем вспоминать и смеяться над этой ситуацией в будущем. А плохую новость я покажу лицом, которое было бы у тебя, если бы я сказал, что дороги тут никогда и не было. Брат-близнец. Как это хорошо. Поскорее бы поржать с этого в будущем. Да, хоть это его и классическая рядовая фраза. Через время мы будем смеяться над этой ситуацией, но... Слышь, я сейчас отстирал. Признаюсь, так и есть. Но это так. Через время круто вспоминать. Но не на тот момент, когда... Понимаю, понимаю. Это он прям даже заснял, что ли, это? Или это не они? Просто градище. Он серьезно это даже записал? Или это все-таки не он? Испанский. Я знаю, пиратки. Я в основном жестко выгорал со всех его движух, на которые я же и соглашался. Но со временем я реально начал относиться к этому проще. Конечно, если это что-то более-менее лайтовое, наподобие того, как... Заткни. Ну, знаете, вроде видишь, как по полю скачет крупнокалиберный ОМОНовец, веселится такой, а потом подходит и говорит... Артём, хотел признаться, произошла какая-то херня. Да. Да я потерял документы, если их кто-то найдет, мне на работе жопу порвут. Ну что, давай тогда... Погоди. Я чувствую запах лжеца. Спотнул немного, да еще. Я про то, что ты ж не в этом хотел признаться. Ну, короче, у меня есть вариант проще, чем искать документы. Так. Давай сожжем поле. Ты дурачок? Ты документы тоже, блин, сожжешь. Это вопрос? Да. Это утверждение. Вот у меня... Нет. Ты уже под... Он серьезно сжег поле, чтобы найти документы, которые, скорее всего, тоже горят. Я не могу, это шикарно. Ладно, поле не идет к домам или еще к чему-то, что могло привести к печальным последствиям. Да, некрасиво, да, тупо. Но и тушить это уже было поздно. И вроде почти что безобидно, но люди из этой деревни посчитали иначе. Конечно, они это выращивали дофига времени, а вы взяли все, сожгли. Чего они кушать-то будут теперь? У меня, блин, голос уже пропал от смеха. Ой. Эй, йоу, шпана в натуре. Вы не видели, как у щегол поджег это поле? Моя трава, мое море. Ае, ае, ае. Я где? Это деревенский свэх, деревенский хасл. Нива. Реакция. Юмилия что-то офигела, по-моему. Ой, господи, я не могу. Это смешнее, чем все, что я смотрел когда-либо. Реакция. Лайк, подписка. Красавчик. А меня там нету. Обидненько. Да, я видел это, детишки. Один такой... Ой, как же я хочу поиграться со спичками. А другой такой... Видимо, младенец еще. Глупый, несмышленыш. А я такой... Детям спички не игрушка. Я взял и выкинул ее прямо в поле. Они такие... О, вы такой классный. Завязан. А почему он в костюме ОМОНа, я не понял? Они давно ушли. Да, я знаю. Я для тебя, да. Ну тогда валим отсюда, дружок. Блин, а может постоим, посмотрим, как они тушат? Не доверяю я этому дерьму. Какой же ты все-таки...
ха-ха-ха. Да ладно, потом посмеемся же. Но мы так и не посмеялись. И кстати... Потому что это жесть какая-то. Его документы потом были найдены в городе. Спасибо за просмотр. Шикарно. Игры. Помимо основного это канала, восхитительно, ты можешь подписаться я... на мой второй канал, а также посмотреть этот сочный ролик. И, конечно же, подписаться на мой инстаграм и группу ВКонтакте. Ссылочки в описании. До скорого. Все кликеры выглядят именно так. Господи, это... Это реально просто божественно. Я не знаю, я давно так не ржал. Я не ржал так с приколов. Я не ржал так с игровых приколов. Я ни с кого так не ржал, как я ржу, блин, с Найса. Это офигенно. У Найса, наверное, как мне кажется, это самые лучшие вообще анимации, когда, которые когда-либо смотрел. Блин, и рисовка, и озвучка, и истории. Я уже голос у меня даже сел. Шикарно, короче, все, я просто... Поднял настроение и себе, и, надеюсь, и вам до конца дня, даже, мне кажется, до конца недели. До конца недели всего два дня осталось. До конца месяца. Вот так вот будет правильнее. Офигенно. Ну, история, конечно же, шикарная. У всех есть такой друг. И, наверное, я таким другом как раз-таки и являлся всегда. Ну, ладно, не буду я сильно себя обсирать, да, так сказать. Короче, шикарный ролик. Поржал от души. Спасибо Найсу огромное за контент. Ну, а если вам понравилась моя реакция, не забывайте ставить под ней лайки. Обязательно подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. Ну, а с вами, как всегда, был Реборн. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Жалко то, что здесь не было отсылки на игры «Мой друг Педро». Пока.